привет! Открываем новую рубрику на канале. Что-то типа «Что, где, когда», где мы будем задавать вопрос, а вы будете давать ответ. И посмотрим, сколько же людей даст правильный ответ, кто сделает это первым. Итак, сегодняшний вопрос. В 1969 году некие молодые люди пришли к режиссеру Стэнли Кубрику и предложили экранизировать «Властелина колец». При этом они сами хотели сыграть роли Фродо, Сэма, Голлума и Гэндальфа. Многими годами позже режиссер Питер Джексон поведал истинную причину отказа Кубрика. На самом деле, Толкин просто не отдал права на экранизацию, так как очень не любил этих молодых людей. Назовите их имена. Ответьте, пишите в комментариях к этому видео, там, где вы его смотрите. До встречи примерно через неделю в рубрике «Что, где, когда». И до встречи на Schoolman. Всем пока!